Всем огромный привет, моя прекрасная Банана Гвардия. На первом начале этого ролика ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк под этим видео. А если ты еще не подписан на мой инстаграм, ссылка будет внизу, а еще вот как я подписана. Начинаем! Итак, вот вся моя коллекция, и некоторые их названия были сказаны неправильно, поэтому извините меня. А так, просто хотела рассказать вам про мою коллекцию. Итак, первый котик — это Дымка. И вот такой вот у него сиреневый ошейник с такой вот насадочки. И брелочка рыбки. Далее. Это котик Бонни. У него вот такой вот оранжево-сиреневый ошейник с вот таким вот брелочком лапы. Потом идет Рыжик. У него красно-синий ошейник с брелочком вот так, колокольчиком. Дальше Бежик. У него розовый поводочек и звездочка-брелок. Далее идет Полосатик. У него оранжево-бело-зеленый ошейник с брелком рыбки. Далее Серик. У него серо-голубо-синий ошейник с брелочком звездочки. Далее Старла с ошейником, красным ошейником, на нем нарисованы вишни с брелком колокольчиком. Дальше идет Джек, безхвостый, ну так и надо, такая порода, с ошейником. Бежево-красный-желтый ошейник с брелочком колокольчиком. Дальше Руби, сиамский, с красным, серо-красный ошейник с брелочком звездочки. Далее Пушистик с розовым ошейником и с брелочком звездочки. Дальше идет Эбуни с зеленым ошейником и брелочком-колокольчиком. Там идет Бежик с красно-бело-розовым и зелеными оттенками ошейника и с вот такой вот брелком рыбки. Дальше идет Тина с зеленым ошейником и колокольчиком. Пятнашка с зеленым, чисто зеленым ошейником и с вот такой вот лапкой. Это, кстати, мой любимый кот. Далее Лаки с вот таким вот разноцветным ошейником и рыбкой. Кекси с сине-зеленым и темно-зелеными оттенками ошейника и вот такой вот рыбкой. Дальше идет Хагги с красным поводочком и рыбкой-брелком. И последний на нашем видеоролике — Хаски с вот таким вот бежево, то есть коричнево-синим оттенком ошейника и домиком. И все, пусто. Доброго дня! И в этом видео тоже была посылка, поэтому ищите внимательно, ставьте пальчики вверх и всем пока!